39 граждан Турции были задержаны в Краснодаре на днях. Их обвиняют в том, что они нарушили миграционное законодательство России. По предварительным данным, турки прибыли в Краснодар для того, чтобы принять участие вот в этой крупнейшей отраслевой сельскохозяйственной выставке «Юг-Агро». Турция регулярно принимает участие в подобных выставках. Это крупнейший поставщик сельскохозяйственной продукции в Россию. Кроме того, турецкое оборудование для переработки зерна, молока традиционно пользуется спросом у российских фермеров и сельхозтоваропроизводителей. Как нам стало известно, власти России обвинили турков в том, что они при въезде в страну, у нас действует безвизовый режим, указывая цель визита, поставили галочку возле надписи «Туризм». А сами прибыли на выставку, организовали выставку, заключали договора, встречались с деловыми партнерами. Это формально послужило поводом для их выдворения. Что касается турецких компаний, которые пострадали таким образом от действий российских ФМС, они отказываются комментировать эту ситуацию, опасаясь, что она будет усугубляться и гонением подвергнутся остальные члены команды, которые законно въехали, не нарушали никакие законодательства. В пресс-службе компании, которая организовывает выставку «Юг-Агро», нам подтвердили факт задержания турецких граждан, однако не стали его комментировать. Кроме этого, они также отказались комментировать информацию о том, запрашивали ли у них информацию о турецких гражданах правоохранительные органы России.